Сегодня 27 сентября 2023 года. Потерпевшей стороне передаются денежные средства в сумме 762 500 долларов. Согласно акту. Сегодня 27 сентября 2023 года. Я являюсь представителем потерпевшей стороны по уголовному делу о хищении крупной суммы денег. Получаю сегодня частичное возмещение в объеме 762 500 долларов. Совокупно уже было возмещено порядка 20 миллионов долларов из тех 1,5 миллиардов, которые в прошлом году были похищены. Выражаю благодарность тем сотрудникам, кто в поле проводил расследование.